Большой-большой привет, я вас приветствую на своем канале, и сегодня я хочу вам показать, ну, получается, уже половину моего дня, потому что я уже сходила в школу и так как пообедала. Ну, а дальше вы все увидите, так что до встречи дальше. А если что, если будете спрашивать про руку, да, а разрешено, мне нечем было заняться на уроке. Давайте, сейчас буду снимать. А сейчас я пила чай. Я еще не допила, пью еще. Я сейчас валялась, просто сидела в телефоне, сейчас мы можем сделать уроки. Математику, общество знаний, русский и английский. Сейчас маленько вам запишу процесс. Вот я сделала русский, задали совсем немного. Я вам сразу говорю, когда я делаю уроки, у меня самое шикарное выражение лица. Поэтому, пожалуйста, не обращайте на это внимание. Сделала уроки, и мне пришла Вика. Сейчас мы пойдем в лето. Все, я собралась, я маленько на кринжике. Меня не видно. Все видно. И мы пошли в лето. Уже в лето. Уже в лето я взяла себе мороженое и 6 за 300. Мы уже тут. Я себе купила обзор. Я сейчас пью вот Липтон. Я купила себе вот такую трубочку. Она уже не пьет, пью я. Купила себе холодок и чупа-чупсы. Я уже иду домой. Я уже съела почти все свои вкусняшки. Ем чупа-чупсик. И иду домой. Так, красиво, светящимся лицом. Я уже пришла домой. У меня все взъерошилось. Сейчас я буду умываться и готовиться ко сну. Я уже переоделась. Сейчас мне нужно будет закалить волосы. И я пойду делаю себе ванные процедуры. Я вот думаю, мне закалить волосы крабиком или зажимами. Я знаю, что вы уже видели, как я умывалась. Но я это делала типа просто на видео. А сейчас я вам хочу именно рассказать. У меня чуть-чуть за это время уже поменялся уход. Он стал маленько легче. Советую ускорить вам эту часть видео, чтобы было удобнее смотреть. Все-таки передумала, я закреплю крабиком. Все, вот я закалила. Сейчас покажу уход именно за лицом. Ну, во-первых, это вот такая вот мицеллярная вода, Гарнир. Я перестала умываться пенками, потому что это занимает много времени. И я считаю, что мне достаточно мицелляркой смыть макияж, потому что он у меня не сильно какой-то стойкий. Дальше вот такой вот от L'Oréal, просто для увлажнения. Потом от Самойлова вот такой Beauty Sami. Ой, Sami Beauty. Это от прыщей. Итак, сейчас будет шикарный крем. Он у меня уже достаточно давно, так что не смеемся, да. Дольче Милл. Буду показывать уход за моими ручками. Уход за руками у меня достаточно небольшой. То вот такой вот крем от Grass. Три масла на выбор. Любых. Кисточкой. Вообще, вот это вот самое удобное масло. Я помыла голову, поэтому сейчас я ее не буду мыть, но покажу вам уход за волосами. Так, ну, во-первых, у меня вот такой вот шампунь от Mixit. Такой кондиционер от Mixit. Такой вот шампунь от какой-то непонятной фирмы. Это я заказывала с золотого яблока, но он уже почти кончился. Сейчас я пользуюсь именно вот этим шампунем от тоже Garnier. Еще также у меня вот такие. 15 в одном, это вообще самое лучшее, очень советую. Ну, от Олин, во-первых, и от Mixit. Это вот два моих самых любимых. Сейчас я пользуюсь от Олин.
Вот, но от Миксит тоже очень офигенно. Вот эти два, это вообще имба. И последнее сейчас за зубками покажу. Пасты. Моя самая любимая, сейчас реально вообще охеренная паста Элмикс. Она все просто очищает. Все вот очень чистенько. Также от Рокс. Ну, я ее тоже оставила на потом, потому что Элмикс тоже просто... Мое сердце реально забрало. А вот так вот, вот длинная щеточка. Давно мне скоро будут новую покупать. Президент. Это вообще наша с семьей самая любимая фирма. У моих родителей тоже этой фирмы. Поэтому я буду им пользоваться. А вот чем я буду пользоваться сегодня. Теперь я уже буду кушать. Так, ну, а на этом все. Я сейчас уже буду ложиться спать. Так что всем бай-бай. Спасибо за просмотр.